Но это нет, это не жертвенность, это перестройка. Ну, смотри, вот, например, я всегда там раскидывала по квартире потные носки, да, и мне это было, ну, просто это вот для меня ничего не значимый факт. А я начала, например, жить с человеком, он говорит, мне неприятно, как бы, когда ты раскидываешь носки. Я для тебя куплю корзинку, и тебе будет удобно туда кидать их. И я думаю, я начинаю думать, мне же не сложно их скинуть в корзинку. Тогда моему человеку будет приятно. И он просто меняет это действие. Но есть другой вариант. Когда ты, например, говоришь, мне неприятно, что ты всем женщинам делаешь вот такие-то комплименты. Тогда он говорит, а он для себя думает, ну, блин, мне приятно делать комплименты. Я люблю делать всем женщинам комплименты. Тогда, но он хочет оставить тебя в своем поле, в своем мире. Тогда он говорит, Галина, я люблю делать комплименты женщинам. Тогда давай с тобой как-то определимся, какие комплименты для тебя будут неболезненными. И я перестроюсь вот на эти комплименты. То есть я буду продолжать их делать, но буду делать такие, чтобы ты чувствовала свою ценность, что комплименты к тебе, они другого характера. Понимаешь? И тогда вот уже подстройка идет. То есть он говорит, я вообще люблю женщин, люблю. Тогда ты уже думаешь, а нужен ли тебе тот мужчина, для которого ты такая же, как все остальные? Колечка, сейчас почитаю твой вопрос. Как захотелось встречать... А как захотеть встречаться с мужчиной? С тобой хорошо, но понимаю, что с мужчиной было бы тоже интересно опыт прожить. А с собой хорошо. Читалкин. С собой хорошо, но понимаю, что с мужчиной было бы тоже интересно прожить опыт. А как захотеть? Никак не захотеть. Когда ты увидишь своего мужчину, тебе захочется. Никак не захочется. Как ты искусственно захочешь. Вот мне тоже хорошо с собой. Я такая, надо бы захотеть с каким-нибудь мужчиной. Ты начинаешь искать мужчину. А поиск – это всегда не про жизнь. Это всегда про акцент на том, где тебя сейчас нет. Ты жизнь свою упустишь, пока ты будешь хотеть и искать какого-то мужчину. Зачем тебе это? Не надо, как только найдется тот мужчина, который твой, у тебя не возникнет этого вопроса. Ты просто захочешь получить этот опыт.